Стоит армянин на рынке, петуха продает. Подходит покупатель и спрашивает: «Слушай, петух-то топчет!» Он: «Не-не, петух не топчет!» Рядом стоит продавец и говорит: «Слушай, зачем ты так говоришь? Топтать значит кур крыть. Чем больше топчет, тем лучше!» Подходит следующий покупатель и спрашивает: «Слушай, петух топчет?» Он: «Да, петух топчет, кошку топчет, собаку топчет и барана топчет». Он: «О, такой петух, а зачем ты его продаешь?» «Дорогой, понимаешь, последнее время петух на меня поглядывает». Спасибо за просмотр. Оставляйте свои комментарии. Всем пока-пока.